вас уважно слухаю. Що бажаємо? Ви мене разрешение спросили мене знімати? О чому? О том, что вы имеете право меня снимать? Что значит снимать? Я знаю, что снимают проституток на дороге. Вы же принадлежите к этому обществу, снимать. Нормальный человек? Не, ну вы не согласны, что ли, с тем, что я сказал? Что значит снимать? Не могли бы спуститься? Зачем? Мне неудобно с вами так разговаривать. Ну так пригласите меня в этот в ресторан, оплатите ужин. Нет, я с вами там побеседую в ресторане. Пока. Я на это не согласен. Минимум в ресторан пятизвездный. Да? Да. Приходите. Куда? Нам в ресторан. Оплачиваете? Оплачу, конечно. Ну все, значит завтра во сколько? Почему завтра? Сейчас спускайтесь. Зачем? Зачем мне сейчас спускаться? Сейчас у меня аппетита нету. Что? Аппетита нету сейчас. Аппетита у вас нет? Все понятно. Вы меня остановили, чтобы меня в ресторан пригласить? Я вас остановил, потому что у вас талон техосмотра 2010 года. Ну и? Что мне запрещают? Мне что, движение запрещено, если у меня он 2010 году? Я же вам объяснил причину или нет? Не, ну, да, 2010, и что из этого следует? Из этого следует, надо посмотреть, когда у вас был... Смотрите. В 2008 году. Достаньте, пожалуйста, то. Ну, он в этом прикрепленный. Смотрите под лобовым стеклом. Достаньте того, что... Ну, зачем мне его доставать? Он на лобовом стекле закреплен, там, где должен находиться. Он там и находится. Вам надо, зайдите, посмотрите. Куда мне зайти? Как куда? Ну, он в правый угол автомобиля, стали спереди, посмотрели. Ну а что, настроения нет сегодня? А у вас есть настроение? Есть. Все нормально? Да. Почти дома. Все отлично, да? Конечно. Документы в порядке? Конечно. Отлично, счастливого пути. До свидания вам. Пошел тебе жабер, счастливого пути пожелал.